Будем смотреть, что тут у нас. Какая-то картонка новая. Можно сказать, что здесь такое. Thank you.
Эх, вздыхаю, как конь стойле. Потому как как-то тяжело. Ничего не понятно. Нет настроения ничего рассказывать, ничего сказать. Вот так вот, вот, ребята, такие вот дела. Понятно, какие-то такие растяки, разыдаки. Как же это? Что ж такое? Почему и позачем?
Ой-ой. Что сказать? Ну, в общем, наверное, всем понятно, что берется картоночка, на нее наваливают чуть-чуть красочки, а потом ее размазывают, такую делают мазюку. Мазюка. При этой мазюке какое-то пятно получается, а потом из этого пятна нужно вытаскивать то, что там. Вроде как получилось. Ну да, это все. Если есть охота. Охоты нету, ничего нету. Так вот, вот. Не знаю. Страхотная капля вмешалась во все это дело. Ой-ой, такие вот дела. Ну что там, что-нибудь это работает хоть? Ну, слава богу. Ну, правда, я ничего почти не говорю, потому что, как говорится, что-то настроение такое. Или дождем настроение. Не говори, погода Леженецкая какая-то. Ну так. Я так понимаю, это будет ангел. Точно. Угадала. Фигура ангела. С крылами. Одно такое беленькое, второе такое голубенькое. Фигура в таком хитоне. Я не знаю, как получится. Ну, посмотрим. Я так понимаю, что основная краска у тебя акварель. Нет, у тебя сначала идет основа. Это... Да, я уже сказал, что, как говорится, навалил чего-то непотребного на картонку, а потом размазал. Получилась такая мазюка. А потом уже из этой мазюки выжимаешь, что можешь. При этом ты пользуешься... Не можешь, ничего не выжимаешь. Чего? При этом ты пользуешься акварельной краской, и я вижу, что у тебя акриловая тушь. Ты прямо все секреты выдаешь. Акриловая тушь. А можно подумать, я что... Я не знаю, здесь... что это акриловая тушь, кстати. А можно подумать, что здесь не видно, да?
Вот, кто захотел, тот все увидел. Вот ты мне краски дала, такое я рисую. Сильно-то я не вникаю. Да, я знаю, ты можешь рисовать это же и пальцем. Поэтому ты это... Макаешь тебе в гайд духовки. Точно так. А что, прослеживаешь уже фигуру? Ты хоть чуть-чуть-то, нет? Ну, ты же меня уже надрессировал. Как своих учениц. Видеть то, что невидимо. Осязать то, что неосязаемо. Поэтому я вижу, а вот видят ли другие, не знаю. Даже его ножка высунулась. Ну, чуть-чуть должна быть нога-то. Куда деваться? Так. Раньше было страшное слово. Там было написано страшное слово «ноги». Помнишь, у этого Ульфа и Петрова? Он зашел в присутственное помещение. Оно было заправлено. Койки были заправлены одеялами, на которых было написано страшное слово «ноги». Ну, это же разве ноги, это ножка. Ну, это понятно, но это вот женский подход. Ножка, там, ручка, щечка. У нас же сурово все должно быть. Ну, я вижу, вот у тебя там слева это унты. Хакасские. Где? Вот, унты хакасские. Унты? Унты это по-нашему. Да. Унты это хорошо. Ну, ангел же не может быть в унтах. Ангел? Ну, если он на север попал, как он не может быть в унтах? Ты че? А в чем будут ходить? Ножки-то поди замерзнут. Нет? Скажи, пожалуйста, ты вот в этом формате, именно вот в этом формате, который ты говорил, что тебя будоражит... Ой, это не будоражит, только не кислав. Фантазию. Не, ну это же не квадрат, это не А4, это не А3, это совершенно определенный формат. Ты в этом формате сколько времени уже работаешь? Да, сколько? Года 2-3. Тихонечко. Это разве работа так? Баловство какое-то. Чуть-чуть. Сказала, не знаю, что делать сейчас. Ну, просто, по моему мнению, в этом формате у тебя получается наилучшая работа, что называется от души. Вот. Ты как этот, как журналист-международник, что-то спрашиваешь такое. И это... Народ, я думаю, это неинтересно ничего. Пошла 23-я минута, папа. А, уже 23-я. Интересно все, что после 15 минут говорится, все равно не слушается, поэтому... Что, уже 20 минут я рисую? Ты рисуешь уже, это я же много, тебе говорю. Для меня это много, ты что? Ты просто, когда рисуешь без секундомера, ты не знаешь, сколько времени ты рисуешь. Я тебе могу сказать. Точно. А самое главное, что я, смотря на тебя, впадаю в транс и забываю о времени, там, о том, что надо идти. И вообще я сказала, что камеру выключу. 7 минут назад должна была выключить. Серьезно? Да. Ну, тогда, конечно, это так невозможно. Что невозможно? Ну, такие работки невозможно делать быстро. Как это, под эти 15 минут вкладываться. На самом деле. Мы же только пробуем все. Ищем. А что делать? Вот, ищем. Тогда... Ищи дальше. Я пойду так это, работу фотографировать. Ну ладно, а подожди, это так это неограниченный лимит, что ли, времени или как? Ну, если хватит памяти у телефона, но ну, я боюсь, что не хватит, а как короче, бы... пока сам он не остановится, так что ли? А потом как будешь монтировать, или что там, как у тебя там? Как ты все делаешь-то? Я думаю, что монтировать не надо будет. Оставим так, как есть. Что, ролик на 30 минут или как?